Прошли у нас соревнования. Кто у нас занял первое место, поднимите ручки. Вот так вот все, как бы, заняли место, кто участвовал, подрался у нас. Опускайте. Молодцы, красавчик. Аня у нас была секундантом, секундировала, тоже очень важная должность. Рика и Кирилл, Кирилла сегодня нету, они были боковыми судьями. То есть я вас вижу гораздо больше, чем то, что вот сейчас есть, хотя выступили очень-очень хорошо. То есть было разнообразие техники, была такая вот сокрушительная манера проведения поединка, тактика, комбинации. То есть вы были большими молодцами. Но я вижу еще больше здесь у вас, когда вы делаете, то есть вот прямо чуть-чуть не хватает немножко. Вот. Постараемся это все реализовать. Для этого вам необходимо регулярно посещать тренировки и не пропускать. Приходите по ручке. И нам администрация города Мурманска, да, администрация города Мурманска подарила подарочки, которые нам необходимо сегодня вручить. Александр, полно тогда вручает. Плюс она вставлена, вставочка, чтобы закручивалась хорошо. Она железная, из специального алюминия, который пищевой, с пробочкой. Вот с такой сначала она одевается, а потом закручивается. И можно все это дело открывать, вот так вот использовать. То есть пить можно оттуда. Вот такие дебешки, так, такие вот славные подарочки у вас, ребята. А, туда клади. Егора нету, из тех, кто есть, кто еще не вручили, кто был заявлен на поединок. А, специальный приз у нас еще. Да, хотя заметили на соревнованиях, что ты там такая маленькая, все время была со всеми рядышком. Наших соревнований там, знаешь? Сейчас там осталось микро. Там четко в пакетике.